Добрый день, друзья! Сегодня я поделюсь с вами, наверное, самым простым способом приготовления густого горячего шоколада. Это тот напиток, который согреет не на ясную погоду, а в хорошую просто поднимет настроение. Для приготовления этого вкусного напитка нам нужна одна шоколадка весом 100 грамм. Я советую брать шоколад с содержанием какао не менее 75%. Режем его на мелкие кусочки. Далее ставим небольшую кастрюльку на плиту, вливаем пол-литра молока, кладем измельченный шоколад. А также всыпаем пол чайной ложки ванилина, одну чайную ложку молотой корицы, ее кладите по своему вкусу, можно сделать горячий шоколад и без нее. И добавляем 4 столовые ложки меда. На среднем огне, помешивая венчиком, помогаем шоколаду и меду раствориться. Мед всегда используйте тот, в качестве которого вы уверены. В первую очередь он должен быть очень ароматным. На данном этапе по желанию можно добавить еще ром, коньяк или сливочный ликер. Смесь доводим до кипения и выключаем. Горячий шоколад разливаем по стаканам или креманкам и украшаем. Сегодня я украшаю воздушным маршмеллоу. Также можно взять взбитые сливки. А сверху присыпаем какао, корицей или тертым шоколадом. И еще вставляем палочки корицы. Для меня горячий шоколад – идеальный напиток в холодное время. Такой согревающий, сладкий и очень вкусный. Кстати, если поставить его в холодильник и хорошо охладить, то по консистенции и вкусу он будет очень сильно напоминать шоколадный мусс. Пробуйте приготовить сами. Если понравилось видео, поставьте пальчик вверх и поделитесь со мной в комментариях вашим рецептом этого напитка. Вариантов приготовления много, и хочется готовить только проверенные и самые вкусные. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».